Валентина. Ты сам родом отсюда? Да, я отец мой Сидоров, я уже несколько поколений. Его отец от Сидорова. Да. Мы рады встречаться. Московской земле. Спасибо. Нашим краем, для жизни. Здравствуйте! 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 Уважаемый Александр Григорьевич, приветствуем вас в нашем храме. Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них. Мы неземным блаженством снова озарены в сердцах своих. Мы вас с днем Пасхи поздравляем, пусть благодать сойдет с небес. Христа сегодня прославляем, ведь Он воистину воскрес. Примите в этот светлый день пасхальный подарок. Спасибо. На целый год хватит. А это вам. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие земляки, сегодня по доброй традиции мы вместе отмечаем светлый праздник Воскресения Христа. Знаете, для меня сегодняшний день особый. Я всегда с большим волнением или пролетаю из длительных командировок с Востока, или же приезжаю сюда с трепетом и волнением. С воздуха или с земли смотрю на эту добрую землю. Вы для меня люди особые, вы это знаете. Именно с ваших родителей, все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь. И особенно молодежи хочу сказать, я тогда этого не понимал, насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь, но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения, но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой, на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам, своим близким, добрым людям, чтобы прежде всего поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы сделали в моей жизни. Не скажу, что она для меня была очень сладкой, но так уж случилось. За ту веру, которую вы подарили мне много лет тому назад. Пасха – светлый, добрый праздник. Только Новый год может сравниться с этим праздником в плане ожидания. Все наши и духовные, и светские праздники очень ценны для нас, для нашего народа. Но кто скажет, что для нас День Победы не ценный праздник? Но никакие другие праздники, как Новый год и Пасху, наши семьи так не ожидают. Поэтому сегодня один из этих двух очень почитаемых и ожидаемых нами праздников. Светлый, добрый праздник, когда хочется просто жить спокойно. Ничего не говорить и слушать тишину. У меня так, наверное, и у многих. Хотя после длительного поста люди готовятся, и рюмку, и шкварку, и кусочек хлеба, и куличи, и булочки, и прочее. Все это есть. Но все равно это день особый, день почитаем. Поэтому из этого древнего храма я хочу поздравить наших белорусов, все, кто нас сегодня увидит. И еще раз хочу, поблагодарив, поздравить вас с этим добрым и светлым праздником. Самое главное,
мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем, не найдем, как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир вокруг, увидите, что делается. И нам стоит колоссальных усилий для того, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, как я говорю, каждый своим делом, мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этом земле. Когда вокруг все бурлит, шумит, и многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены. Живите мирно, спокойно, здоровья вам, особенно вашим детям. Вы знаете, если в семье с ребенком что-то не так, жить не хочется. Поэтому, чтобы хотелось жить, нужно, чтобы была крепкая семья, и главное, были здоровы дети. Счастья, мира, добра вам. Христос воскрес! Ну и, как у нас традиционно бывает, подарить вам вот эту вот икону. Она для меня ценна, что она сделана руками нашего белоруса. Пусть будет у вас. Ну и традиционно вам, Владыка, белые цветы. Спасибо вам. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие братья и сестры, в этот светлый и радостный праздник Воскресения Христова мы рады приветствовать вас на родной для вас земле, в нашем храме, который является одним из древнейших храмов Могилевщины. Как вы уже заметили, до сегодня у нас тоже такой год юбилейный. В этом году мы отмечаем уже 160 лет нашему храму. Вот. И мы, конечно, сегодня также хотели вас поблагодарить за возможность сегодня под мирным небом отмечать этот светлый праздник Пасхи, чтобы вы нашли сегодня возможность в своем плотном графике посетить храм, помолиться за свою семью, за белорусский народ. И мы хотели бы, чтобы вы знали, что в этом храме за каждой божественной литургией произносится молитва о белорусском народе и о всей вашей семье. В этом храме всегда вас помнят и за вас молятся. Многовековая история показывает нам, что государство крепко стоит на ногах, когда оно находится в гармонии с Богом и Церковью, заботясь о духовном и материальном благосостоянии своего народа. И Господь всегда этот народ благословляет миром и благоденствием. В этот светлый праздник мне хотелось бы вас поздравить и преподнести вам в дар икону воскресшего Христа с моментами Его главной жизни, вот, чтобы воскресший Христос защищал вас, разумлял, наставлял в ваших нелегких трудах, а все ваши труды приносили мир нашей стране и вашей душе. Христос воскресе! Спасибо! Спасибо вам еще раз! Это вам! Спасибо! Вам здоровья большого. Вы все не стареете. Спасибо. Вам здоровья большого. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Счастья. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам. Праздником вас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Не болейте, живите долго. Вам тоже крепкого здоровья вам всем. До свидания. Всем.